этого на канале Мисс Пони. Сегодня мы делаем пони типа Монстр Пони. Итак, давайте начинать. Ключ-марк у нее будет в виде монетки. Глазки. Прикрепляем рот. Крылья. Второе крыло. И последнее — язык. Вот такая пони у нас получилась. Ну а вы придумайте имя для моей пони. И если вам понравилось это видео, ставьте нам лайки и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!